Щелково продолжает помогать пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области и других приграничных районов и бойцам СВО. Активисты Молодой гвардии «Единой России» передали средства личной гигиены, постельное белье, микроволновые печи, канцелярские принадлежности, пункты временного размещения и в больницу города Горловка Донецкой Народной Республики. Ребята собрали очень нужный и хороший груз, подошли предметно к каждой точке, где происходила выгрузка, снабдили пункт временного размещения водой, на больницу привезли нужные медикаменты, воду, одеяло, постельное белье, медицинские препараты. Ну и, конечно же, не обделили они и наших военным, привезли им и тепловизоры, перчатки, аптечки и все средства, необходимые для того, чтобы наши парни могли на освобождаемых уже территориях обустраивать свой быт. Мы искренне благодарим наших друзей за предоставленный гуманитарный груз, в состав которого вошли и постельные принадлежности, очень необходимая для нас питьевая вода, предметы личной гигиены. Я хочу выразить огромную благодарность «Единой России», Щелково, лично главе Щелково города Андрею Булгакову за ту оказанную помощь гуманитарную, которую сегодня нам привезли. Это единственная больница, которая принимает гражданская, но принимает военных раненых, и в гуманитарной помощи мы очень нуждаемся. Бойцам передали инструменты, тепловизоры, бронежилеты, термобелье. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка», а также «Дикая дивизия» выражают огромную благодарность Молодой гвардии «Единой России» и партии «Единой России» города Щелково. И отдельную благодарность выражаем главе Щелково Андрею Булгакову за предоставленный гуманитарный груз для нашего подразделения. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Ее можно принести в отделение партии «Единая Россия» по адресу 1 Советский переулок, 2А, в будни с 10 до 18 часов. В пункте сбора в первую очередь ждут продукты и медикаменты. Евгения Корытько, София Безнесова, Щелковское телевидение.